Добрый день, дорогие друзья. Ну, а вернее, уже добрый вечер, потому что вот это вступление я снимаю после всего того, что я наснимал за день. Сегодня хочу вам рассказать еще об одной сфере, в которой я работаю. Это измерение круглого леса. Вещь довольно-таки непростая, и услуга в наши дни дефицитная, специалистов мало. Ну, вот так получилось, что я вот владею знаниями и умениями в этой области. Опыт у меня довольно-таки солидный. И как предприниматель, когда у меня есть время, я периодически оказываю услуги различным компаниям, вот, ну, которым какие-то действия надо произвести с кругляком, если им требуется помощь. Ну, это от оценки количества качества до представительских услуг, да и все что угодно, в принципе. Вот. Ну и моя поездка, вот эта вот, она как раз таки связана с данной деятельностью. Получил я несколько заданий. Ну вот, и сегодня вот предлагаю вам на несколько минут окунуться в мой трудовой день, так скажем. Все, смотрим. Наша служба и опасна, и трудна. И на первый взгляд, как будто не видна. Вот в таких вот условиях приходится работать, ребята. Так, блин, надо туда вот как-то пройти, а я не могу это сделать пока. Так, ладно. Жилище сегодня. Блин, к тем штабелям надо. Тут море крапивы. Тут ручей какой-то. Как туда пройти, не знаю. Так. Блин, наверное, все-таки как-то так вот по этому склону. Пойду обратно. Клещей тут нет. Там есть крапива. Надо же, как-то все заросло с прошлого года. Что-то посерьезнее одеть надо было, потому что не думал я, что так тут жестко будет. Фу. О, а вот такие вот виды открываются. Вот там вот я продирался. Лес. Лес, делянка, и я на штабеле. Все, поехал работать дальше. Так, все, с этой локацией я закончил. Иду к машине. Сейчас на другую поеду. Самое тяжелое впереди. Так, как тут пройти-то? Так, вот. Выбрался. Так, ну все, теперь. Теперь до машины недалеко. Так. Вот ручеёк. Опа. Блин, ничего себе. Какой ручей. Чуть не провалился.
Так, и вот, и по бревнышкам. О, старые знакомые. Вот на этом пенечке прошлой зимой я висел на мосту, на картере моста. Вот как раз попал. Передним мостом пришлось домкратить. И, короче, сдавал назад. Так. Сдавал назад и сел вот на этот пень. Вот. Да, это один из первых моих выездов на Патриоте тогда, на бездорожье. Тут было грязно. И вот такое вот было приключение. Так, все, почти добрался я до машины. А кого ты машина? Все. Решил на этот раз оставить на дороге. Блин, целый день тут ползаю. Капитаночка. Все. Ура. Я выбрался вон оттуда. Так, сейчас надо отряхнуться. Ой, жарища здесь, заводим. Запускаем двигатель. Все. Так. Так, ну ладно, ребята, буду двигаться дальше. Перебазируемся. Без приключений у меня не обходится. Следующая моя локация, блин, лежит в таком месте, что приходится, блин, туда идти через объект Министерства обороны. Не знаю. Видно, там меня с КПП будет или нет. Если б завтра бы я это делал, можно было бы, блин, все согласовать, но мне надо это сделать сегодня. Провяжу какую-то дорожку. Надо сейчас по карте посмотреть. Асфальтовая дорожка, и мне тут как же лучше сделать. Так, я, наверное, все-таки пойду по дороге. Здесь их много, они здесь все пересекаются. Надеюсь, меня тут не пристрелят. Так, сверился с картой, короче, надо мне сейчас будет налево вот туда поворачивать. Я тогда попаду куда мне надо. Так, блин, тут. А вот здесь есть тропинка, что туда уже идти нельзя. Там КПП. Вот, а здесь можно. Так, здесь автомобильная. Блин. Ощущение, что здесь ездят. Вот таких следов-то вроде не видно. По-моему, мне в ту сторону надо идти. Ладно, попробуем.
Надеюсь, тут меня никто не поймает. Так, пока я с камерой светить не буду. Так, вышел к какой-то развилке. Знать бы, куда дальше. Туда или... Точно, что не туда. К этой мешке. Блоки. Ящики. Так. Не знаю, сюда, не сюда. Ух, ребят, смотрите. Сега. Ничего себе. Когда-то у меня была. Я в 14 лет работал на заводе. Зарабатывал на эту Сегу. Это что такое? Какой-то приемник, что ли? Какой-то хлам валяется. Так. По-моему, мне... Противогаз. Блин, по-моему, не здесь. По-моему, не тут. Надо дальше, по-моему, по дороге идти. Радиодетали. Какой-то мостик. Что-то было, что ли? Ну-ка, подождите. Блин, там какая-то постройка. Сходить, посмотреть. Не знаю, давайте сходим. Какие-то блоки бетонные. Да, что-то было тут. Походу дело. Не знаю, что такое было. Ну, что-то было. Какие-то звуки я слышал, которые мне не очень нравятся. Пойду-ка я отсюда. Так, по ходу дела сориентировался. Как, блин, дорога здесь проезжая. Надо аккуратно. Видно, что недавно техника тут военная передвигалась. Так, надеюсь, доберусь до места без приключений, потому что осталось совсем немного. Звуки стрельбы меня напрягают где-то справа. Чужаище стоит 30 градусов где-то. Так, тут какая-то бочка. Так, а вот эта дорога. Все, я вот нашел. Все, ребята. Теперь я попаду куда мне надо. Вот эта дорожка. Я думал, тут хуже будет. А сушь такая стоит, так все нормально. Сапоги-то я взял с собой на всякий случай, но не пригодились. Не выспался сегодня, всю ночь ехал. Так, ну вот, почти дошел. Колеи тут знатные.
было бы ехать проблематично. Так, вот, видите, все, выход. Сейчас покажу, что я тут делать буду. Видите штабеля здесь. Так, там штабелей нет, к счастью, к великому, потому что туда опереться никак не хотелось. Так, сосна тут лежит и так, ну короче, мне оценку, обмер надо вот этого все хозяйство произвести будет. И на этом мое задание, часть задания будет завершена. Остальную часть буду в другой день делать. Еще дня два, наверное, придется тут ползать. Так, ладно, все, приступаю, короче. Пока. Прекращаю съемку. Все, возвращаюсь. На сегодня достаточно. О, блин. Площадь тут, конечно, громадная. Для оценки. Штабеля раскиданы везде. По территории. Жестко, конечно. Еще растительность. Все, все заполоняет. Природа все равно свое берет. Выкосили он все. Все уже кусты какие. Больше человеческого роста. Ничего не видно. Вот такие дела. Вот. Сегодня познакомил вас с одной из сфер своей деятельности. Услуги по оценке леса срубленного или круглого леса, если правильнее сказать. Такие вот дела. Бывает иногда такой, таким родом деятельности занимаюсь. Так, ну ладно, все, сейчас до машины бы дойти. О, и отдыхать. Обнаружил другую дорогу, через такую березовую рощу. Не знаю, я выйду отсюда или нет, но дорога наезженная. Хорошо бы. Вот это он по лесу опять не брести. Через как бы мимо вояк. Может, тут получится пройти. Очень бы хотелось. Как голодный, устал вообще. Все. Но удовлетворен собой. Доволен собой. Дел сделал много. В сроки вписываюсь, и это главное. Какая природа красивая, как на картине. Вот, смотрите, березка какая. Красота. Так, или это опять в часть дорога? Ну, попробую, если в часть, то как-нибудь там прошмыгнуть, чтобы никто не заметил. Так, ладно, идти еще до машины далеко. Не буду вас мучить. Хотя, в
Природа тут, конечно, красивая. Лишневка сделана. Так, посмотрим, куда дорожка выведет. Вот костюм химзащиты недвусмысленно намекает нам, где мы находимся. Так, немножко по-другому попробую территорию пересечь. Это самый край части. Может, удастся как-нибудь тут, не привлекая внимания и по кустам сильно не лазая, пройти. Сейчас посмотрим. Единственное, что впереди там вот виднеется, непонятно. Это мусор. Там, блин, костер какой-то горит. Фиг знает, что там такое. Не знаю, куда стоит идти или нет. Сейчас на карте посмотрю, что там. Блин, я, кажется, спалился. Честно, недолго осталось, блин. Ох, все, задание выполнил. Самое сложное, наверное, остальное по мелочам будет. Еще, наверное, пару дней и все. Блин, там, короче, УАЗик за мной поехал, и мне в лес пришлось сворачивать, когда я карту... И телефон у меня выключился в этот момент. Когда сейчас вот на зарядку поставил, вот пробка такая вот нарисовалась, но что делать, главное, все обошлось. Машина у меня в лесу стояла, я, короче, быстро в машину прыг и деру оттуда. А посмотреть, что за часть такая, чем там хоть занимаются. Вот, а где не скажу, где был. Вот. Да просто никак, по-другому никак не пройти было. Ой, блин, вот пришлось так вот рискнуть. Так, ну все, буду потихоньку добираться до места ночлега. В общем, всем пока. На связи. Всем удачи.